Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Ну что, начнем, наверное, с пака, как обычно. Бесплатно. Так, монеты Одина в копилочку. И теперь самое интересное. Кревет, шторморез, водорез и ресурсы. Так, ну это только начало. Давай еще один пак с тобой глянем. Вот именно этот. Монеты Одина. Это все понятно. А здесь у нас шепот смерти, костолом и кревет. Все предельно ясно. Хорошо, друзья мои. Так, здесь у нас уровень кто-то получил. Шелкопряд. Так, ну что, давай попробуем теперь все-таки прокачать до титанов. Я уже не знаю, да ладно, блин, ну это трындец, ребят. Я этого ветрокрыла, ну, запарюсь просто прокачивать, мне кажется. Так, а кто у нас еще костолом, да? А ну-ка, о, здесь шансов побольше. Да вы издеваетесь, а? Да, друзья мои, я думал, что мы уже прокачаем хоть кого-нибудь, а? На самом деле получается ничего подобного. Так, заберем, наверное, с тобой, хотя... Беззубик, давай-ка мы посмотрим. Так, он нам приносит... Ага, яйцо. То есть, два яйца, либо руны. И что же нам выпадет? И выпадает нам руны. Сколько штук? 6. Это вообще мало. Так, давай-ка мы тебя отправим, дорогой ты мой. Знаешь, куда? Сейчас, секундочку. Для того, чтобы... Нам понять, куда его отправлять. Так, а здесь-то у нас что такое? Ничего себе. Огнеброн. Офигеть. Мне еще далеко до таких, чтобы их открыть. Так, давай здесь редкий пак посмотрим. Шторморез, громобой, костолом, водорез, громорог. И все. А здесь Грумель, шторморез, злобный змеевик. И все. Да, скудненько на самом деле. Очень скудненько. Так, давай-ка мы, знаешь, что с тобой еще сейчас сделаем. Тут у нас получает уровень шторморез. Здесь мы с тобой заберем наши 100 рун. Дневная фурия, что принесла мне? Понятно, 10 тысяч бревен. Купить, главное, за 11 тысяч рун. Нет, спасибо большое, оно того не стоит. 11 тысяч рун тратить, ничего себе. Давай-ка пускай она полетит дальше за пылевым буяном. 5 часов 20 минут будет искать его. Зато бесплатно. Так, а я хотел, знаешь, что глянуть. Для того, чтобы нам открыть, нужны флаги. Вот эти флаги мы с тобой и будем искать. Ну что, Беззубик, иди. 57 рун заплачу, так уж и быть. Здесь у нас... Во, возьмем вот этот топорик. Мало ли потом пригодится в дальнейшем. И отправим наших дракончиков опять же в путешествие. Здесь нам выпадает шестереночка. Бесплатно, наверное, да? Да, бесплатно. Так, Кривоклык, ты у нас что тут? Ага, будем ролить. Ну давай посмотрим. Мне кажется, выпадет нам тусклый янтарь. Хотя нет, яйцо. Кто это у нас, я уже забыл. Ага, кошмарный пристеголов. Я его, ребята, отпускаю, потому что, ну, он у меня есть. А Кривоклык полетит дальше в пограничную пещеру. Так, Барсик, что у тебя? Руны. Понял. Лети, бесплатно. И кто у нас тут? Конечно же, Сарделька. Тоже руны нашла. Так, давай внутрь лети, бесплатно. Кстати, тоже можно выиграть флаг. Эх, как же меня немножко расстраивает тот факт, что мы с тобой до сих пор ветрокрыла не можем прокачать и костолома до титанов. Но зато, друзья мои, я прокачал зал совета. Теперь он 11 уровня. И чтобы прокачать его на 12, нам нужно 9 драконов 75 уровня. Это, конечно, очень круто. Также я поставил на улучшение лохань.
и дровницу. Вот они. Два дня будут еще клепаться. Так, что еще? Давай заберем, наверное, здесь награды по-быренькому. И пойдем с тобой на новое, ребята, событие, которое сегодня у нас появилось. Так, что у нас тут на наездниках? Опа. 5 монет Одина. Давай посмотрим, что у нас вот тут еще. Как же скучно. Ага. А чем занимаются все остальные? Без понятия. Хочешь что-нибудь поджечь? Спрашиваешь. Пусть знает, как заставлять нас маяться от безделья. Завершите приключение забияки и задираки с барсом и вепрем. 4 раза. Хорошо, мы постараемся это сделать. А еще что-нибудь у нас тут есть хорошего? Так, поселите на Олухе сколько там? 15 драконов 42 уровня. В принципе, это, ребята, легко делается. Так, выполните обмен. Это нам еще предстоит сделать. Так, поручите кипятильнику добыть 10 тысяч еды. А, рыба, короче, да? Слушай, мы это с тобой давно должны были сделать. Почему-то еще не сделали. Окей. Ну что? Вроде бы здесь у нас все остальное сделано. Единственное, что надо еще отправить моих дракончиков на прокачку. Так, пускай летит. Что написали там? Необходимо улучшить академию. Так, академию улучшить. Понятно, друзья мои. Значит, сейчас здесь прокачивается у меня водорез и скалотряс. А ты пойдешь обучаться? Ну-ка, блин, не хватает. Не хватает рыбы. Срочно берем ее из наших запасов. Ну-ка, полетит. Так, теперь нужна древесина, понял. Забрали. Да, кревет полетел. А интересно, шепот смерти, как он это отреагирует. А он не полетит, потому что академка нужна прокачанная. Ну что же, ладно. Следующей целью я поставлю себе прокачка академки. Потому что, ну, действительно, драконы не могут. Они хотят качаться, но не могут, потому что академка для них уже слабенькая. Так, цветочки Фрей забираем. И, кстати, по цветочкам, давай-ка мы посмотрим, сколько у нас вообще их. 3000, да? Почти 3,5 даже. 3,5. Слушай, я могу взять... Вот... Барса и вепря, кстати. Может быть, взять действительно, а? Эксклюзивные. Давай возьмем, а? Сколько у нас дней с тобой осталось? Неделя, да? Ну, смотри, у нас вот этот есть. Вот этот есть. Или какой? Нет, у нас немножко другой, да? У нас типа какой-то змеи с крыльями. Этого слишком дорого. Ну, можно, конечно, попробовать покопить еще маленечко. Но я бы, например, взял бы вот барса и вепря. В принципе, неплохие. Ладно, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну, а мы с вами идем на события. Вот она. Угроза. Защита от торговцев. А ну-ка, давай посмотрим. Слушай, событие... Ох ты. Событие... А ну, долгое событие это. Эйкинг попросил нас охранять это торговое судно, но... нам некогда. Ну вы ж выручите. Ну, как всегда, ребята, да? Мы должны им помогать. Ладно, поехали. Первые бои будут, естественно, самые легкие, а потом уже 100% будет все сложнее, сложнее и сложнее. Сколько волн? Самое главное, покажите мне, сколько волн. 2. Угу. Значит, здесь ужасное чудовище плюс злобный змеевик. Ну что же, будем потихоньку разбирать их. Они 11 уровня, но правда бомбят прилично. На тебе. Так, змеевик минус. Это тут начинает что-то выпендриваться. Погнали. Можно было бы, конечно, слепоту на него повесить. В принципе. Но мы можем... Слушай, мне кажется, он сделает суперудар. Да ладно, пускай делает. Мы все равно должны выжить. Так, он... Усиление на себя повесил. Вот так. Ну и зря. Хотя, погоди. Укусил все-таки, а? Засранец. Так, последняя волна. И здесь у нас
громобой и опять же ужасное чудовище. Ну что ты, что ты там задергался? А мы знаешь, что сделаем с тобой? Вот так вот. Пускай. Вот, пускай бомбит потихоньку своего кореша. Мы еще тут поможем маленько, да? Ну что ты тут крылышки свои расправил. Ага. Давай, наверное, сделаем вот так вот. Этот добивает. И мы с тобой начинаем уничтожать громобоя. Поехали. Удар. Сюда. Так, слепоту будем вешать? А, не обязательно. Итак, справимся. Ну что, первая наша победа в этом событии. И мы двигаемся дальше. Само собой, мы крутим колесо и смотрим, что нам здесь. Понятно, рыба. Плод мудрости не стал нам выпадать, к сожалению. Ну-ка здесь. Ну, а здесь вообще древесина. Окей, допустим, мы забираем. Также берем с тобой 50 рун. И перемещаемся на битву. Получается, здесь драка у нас будет. Потом вот здесь. Только после этого мы возьмем с тобой пак. Ну что же, окей. Но энергии нам не хватит даже половины сегодня пройти. Так, опа-на. Слушай, тут одна волна, но три противника. Ну, правда, 11 уровня. Берем в первую очередь Хофера. На разработку, да? Так. Тихо-тихо-тихо, родной, не надо буянить. Так, сейчас они все ходят. Потом ходим мы. Не получилось, да, убрать его. Так, и тут даже не получается. Ёлки-палки. А все почему? Потому что они понизили нам атаку. А теперь мы сделаем с тобой вот так вот. Пока они будут спать, мы с тобой будем кого-нибудь бомбить. Я думаю, что это будет, наверное... А давай начнем с громорога. Так. Он очнулся. Фигушки тебе, не пробьешь. А вот мы тебя уничтожим. Ну что же, а вот и Престиголов. Мы его взяли под контрольку. И поехали его разбирать. Так. Удар и уничтожение. Ну что же, второй бой тоже был довольно простеньким. Так что двигаемся дальше. Крутим колесо и смотрим, что нам выпадает. Рыба, понятно. Я, конечно, надеюсь на что-нибудь путнее, но... Ну, кроме рыбы, нам, по-моему, ничего не выпадет. Ладно, у нас еще один бой впереди. После него мы получим с тобой пак загадочный. Потом еще будет бой. И там уже энергия у нас закончится. Так, две волны здесь. Опачки, Хофер плюс тройной удар. С кого начать-то лучше? Наверное... Блин, давай с Хофера. Тройной удар, он тоже опасный. Он очень опасный. Так, сюда. В принципе, наверное, да. Хофера мы убрали. Ну... Что я могу сказать? Победа здесь будет за нами, это однозначно. Давай, наверное, мы сделаем с тобой вот так вот. Это просто перестраховка. Мало ли он там что-то отчебучит. А мы его будем потихоньку здесь уничтожать. Все, красиво. Так, здесь уже 12 уровень. Это громобой. Опять Хофер за свое, а? Он хоть и сильный, но... Если брать именно по защите, он слабак. Я вот знаешь, что думаю? Наверное, мы с тобой возьмем вот так вот. Пускай он будет как бы ослеплен. А мы с тобой потихонечку займемся делами. Так, уничтожаем с тобой в первую очередь Хофера. Ай-яй-яй. Так, тихо, сейчас что-то... Я уже думал, сейчас суперудар какой-нибудь будет. Минус. Так, ты-то что тут выпендриваешься? Окей. Мы, наверное, с тобой хильнемся. На всякий случай. Повесил на него немоту. Значит, он сейчас не сможет ничего кастовать.
просто кусать будет, и все. Так, ну что, у нас с тобой... Ну да, я хильнусь. Фигня, это все полное. Это мы выдерживаем. Ну что, громобой, пора тебя уничтожать. Да, пора. Энергии у него пока мало, он суперудар, естественно, никакой пока нам не сделает. Давай возьмем вот так вот под контрольку его, слепотой. И будем уже потихоньку с тобой разбирать его. Не опасаясь там каких-то выкрутасов или еще что-нибудь. Поехали. Все. Отлично. Ну что, крутим колесо. И древесина. Вот не чтобы плод мудрости, он здесь и здесь стоит. Нет, именно древесина нам выпадает. Ладно, давай смотреть, что здесь. Опять древесина, да ёб красоты, а. Ну что, забираем с тобой пак. У нас с тобой еще две энергии. То есть получается здесь бой и здесь. И потом только мы получим с тобой тусклый янтарь. Нечестно на самом деле. Лучше бы было бы так, один бой — награда, один бой — награда. А получается, нам нужно сделать с тобой сейчас два боя. Опачки, водорез и душитель. Ну-ка, нечего здесь прятаться. Он такой еще маленький, да, неказистый. Вот этот вот дракончик. На тебе. Неказистый, маленький, но такой вредный. Ты посмотри, а. Ударил, называется. Ну и этот еще под халим лезет. Так, нам нужно с тобой, наверное, залечить раны. Именно нашему кривоклыку. Потому что, ну сам смотри уже, сколько здоровья. Плюс пониженная броня. А он все за свое, да? А он все за свое. Он не успокоится, пока не уничтожит, я так понимаю. Сейчас опять плюнет. Ну так и есть. Разбираем. Вторая волна, кто у нас тут? Ага, шторморез. Кого бы начать-то? Давай, наверное, вот с этого. С чудовища будем начинать. Так, подожди-ка, красные против... Да, против фиолетовых пойдут. Давай. Прекрасно. Так, что нам дальше делать? Сюда бомбить? Ну, давай ударим разочек. Видишь, он против ветрокрыла. Так, теперь, наверное, сделаем вот так. Этот его добьет, наверное. Ох ты. Нет, ребята, он кое-что другое здесь сделал, смотри-ка. Погоди-ка, секундочку, а этот-то у нас... Блин. Он у нас под усиленной атакой. Сейчас будет кому-то очень больно. Очень больно, ребята. Хорошо, что это последняя волна. Давай сделаем тогда вот так вот. Усиление — это, конечно, ребята, зло. Когда ты видишь дракона с усилением, лучше его убивать в первую очередь. Или усыпить, чтобы он, знаешь, проспал этот момент, пока ты разбираешь более-менее слабого дракона. А потом уже всеми силами, как говорится, бомбить усиленного. Крутанем. Слушай, по-моему, на одном и том же месте останавливается. Ты заметил, что с двух сторон у нас с тобой получается что? Ну, а вот если бы здесь была бы древесина, он бы 100% перепрыгнул бы. А когда он увидел, что там пак, сказал: фигушки тебе, перебьешься. Ну что, максимальное, что мы сегодня получим, это с тобой янтарь тусклый, 1000. Потому что энергия у нас последняя. Ну ладно. Что ж поделаешь. Таковы правила игры. Так, у нас здесь прихвостень плюс пристеголовый. Ага. Так, две волны. Расслабляться не стоит. Я понял. Ну что ты там дергаешься? Блин, бомбит, конечно, он ужасно. Еще и понизил мне защиту. Давай-ка срочно его уберем отсюда. Прекрасно. Так, ну что? Давай начнем с тебя теперь.
Наверное, на всякий случай вот так сделаем. Удар. Так, дальше. Кошмарный пристиголов. Теперь мы. И добивку. Так, переходим на вторую волну. Ё-моё, тут скала у нас. И опять пристоголовый. Ну-ка, давай вот этого, наверное. Да-да-да-да-да. Это будет оптимально для нас. Зеленый. Пускай он будет под нашим контролем. Мы пока переключимся на кошмарного пристиголова и будем его как можно быстрее разбирать. Вот докопался-то, а? Кусаем. Ударяем. Так, интересно, он добьет его или нет? Чуть-чуть не хватило, ребят, чтобы добить. Самую малость. Но это уже не имеет значения, потому что скала остался один, и мы, естественно, его будем сейчас тут уничтожать. Что он там делает, я не пойму. Танцует, какие-то танцы делает странные. Но он жирный. Посмотри, сколько у него здоровья. И поскольку мы у него отнимаем. Так, слепота нам играет на руку. Мы еще вешаем, да, на него. Все. Я думаю, этого более будет чем достаточно, чтобы разобрать его. Ну что он там сделает? Прыгает. И последний удар. Поехали. Все. Победушка. Как всегда, крутим колесо и смотрим, что древесина опять. Почему-то меня это не удивляет, вот нисколечко. А здесь рыба. Молодцы. Спасибо вам за такие хорошие призы. Короче, смотри, мы с тобой прошли 29%, да, получается? В следующей серии у нас будет мини-босс. Битва. Так, ареновский пак. А в конце будет хороший пак, я так понимаю, наверное. Ну что, энергия здесь закончилась. Давай, наверное, мы тогда перейдем уже на арену. Так, подожди секунду. Я заберу янтарь. Где он у нас тут? А, у нас еще и пак есть. Сейчас посмотрим, что в паке нам будет доступно. Так, монеты мы забрали. Громоль. Так, шторморез. Громобой, защитник. И все. Скудненько на самом деле. Так, а здесь мы забираем еще и янтарь. И сразу же, друзья мои, его на переработку. И посмотреть надо, сколько вообще у меня сейчас этого янтаря. Сколько штук. Так, 31 янтарь. Что можно взять? Фига себе, весеннее изваяние. Это что за изваяние? Нет, подожди, что оно делает? Сезонное изваяние производит ресурсы. В свой сезон скорость производства повышается. Ага, то есть весной, да, повышается производство на ресурсов. Например, если ты зимнее изваяние, то зимой. Понятно тогда, что к чему. А что еще есть интересного? Так, изваяние вождя, это что такое у нас? Снижает число драконов, которых необходимо победить для получения набора вождя. О, изваяние дрессировщика титанов. Обучайте драконов святилище Валки быстрее и за меньшую цену. Быстрых когтей. Это что такое у нас? Оборона Олаха. Драконы быстрее перемещаются. Ага, по полю боя. Понял. А это? Больше трофеев за каждую победу в схватке. Больше трофеев? Слушай, а вот это вот, наверное, надо взять. Больше трофеев за каждую победу в схватке. Трофеи, они имеют в виду что? Кубки? А, все, ребята, плюс 10 кубков, да? Идет прибавка. Ну, это, слушай, это не особо такая сильная, как тебе сказать, прибавка. Плюс 10, это мало. Давай глянем. О, а тут уже ценники пошли. Так, бронекрыл. Повысьте эффективность сбора всех драконов типа бронекрыл. А, это чтобы они ресурсы, да, собирали.
Ветродуй. Драконов в наличии 2, на улухе 0. Типа ветродуев. Так, ну это уже понятно, куда мы идем. Изваяние вождя. Может быть, вот это вот сделать с тобой? Давай, наверное, поставим вот это вот изваяние, чтобы нам меньше нужно побеждать драконов на арене. Куда бы его влепить? Наверное, сюда где-нибудь, да? Вот так вот. Пускай стоит. А, он еще будет делаться. Он еще будет делаться. Кстати, у нас с тобой постройки-то все сделал. Ух ты, смотри, смотри. Прикольно смотрится, да? А я его еще и на поиски не отправил. Оказывается. Я думаю, что он тут смотрит, высматривает. Ах ты, жук. Так, для того, чтобы нам с тобой сделать усадьбу викингов, нам нужно 56 миллионов. Для того, чтобы столько получить, нам нужно улучшить дровницу. То есть это еще не скоро будет. Тут постройки делаются. Коттедж викингов через 8 часов сделается. И все, по-моему, да, пока. Ну что, друзья мои, давайте на арену пойдем. Схватка. Немножечко здесь подеремся, получим с тобой пак вождя. Тем более нам сказали, что меньше надо теперь драться. Посмотрим, насколько меньше. Так, ох, ё-моё, 14 уровень. Причем здесь два таких дракона противных. Скала — это первый, а второй — это костолом. Они оба могут оглушать. Это плохо. Ё-моё. Слушай, нам, наверное, придется с тобой здесь загонять их в сон. А, я не смогу. А, я не смогу. Вот это да. Так, попробуем тогда хотя бы скалу разобрать. Прекрасно. Ой-ой-ой, прощай. Прощай, родной. Ё-моё. Вот объясни мне, да? Он сделал суперудар, после этого сделал еще и костолом. Как это так возможно, а? Иди отсюда. Достал ты уже здесь в корень всех. Дергается там еще что-то. Так, нам нужно как можно быстрее его разобрать. И вот теперь вопрос, как мы будем этого-то бомбить? Его фиг так пробьешь. Ну, будем с тобой все делать. Усыплять, бомбить его суператаками. Как можно дольше его продержать обездвиженным. Так, сейчас он будет разбег делать, верно? Да, конечно, 4 энергии есть. Побежал, в кого ударит? Как думаешь? Что-то я даже не сомневался в этом. Так, сейчас он что? Ударит. Угу. А мы его добьем. Ну что же, первая победа за нами на арене. Смотри, здесь у нас, ну, солянка, ребята. А я думаю, такой гляжу и думаю, почему, интересно, у меня как было 10 побед, так и осталось. А потом вспомнил, что изваяние это еще не построилось. Оно же делается и сутки, причем. Так, секунду. Опа, вот этого не надо, парень. Вот этого не надо. Он себе поставил усиленную атаку. Твою же налево, что будет? Раз, два. Слушай, кого-то сейчас мы потеряем. Потому что у этого будет достаточно энергии, чтобы разбежаться и ударить. Да, и он такой шанс не упустит. Понятно. Бедный, бедный наш барсик. Ох, ну что же, давай. Мы тоже минусанули. Так, что ты там? По идее, нам нужно будет с тобой как-то слепоту получить и повесить потом на костолома. Это, в принципе, реально сделать. Вот сейчас мы вешаем слепоту. Ну и все, костолом тут уже ничего нам не сделает. Он будет разбег делать, ударять, и все будет это мимо кассы. А вот мы будем его с тобой спокойненько разбирать. Ну что ты там крылышки расправил? Фигушки тебе.
О, ой-ой-ой, подожди. Блин. Как же так, я забыл на него слепоту повесить, ребят. Ну-ка. А, мы его добьем. Норм. Все хорошо. Зря, как говорится, испугался. Так, а здесь у нас два фиолетовых и плюс злобный змеевик. Блин, ненавижу вот эту компанию, когда именно крылатый ужас и душитель вместе. Они оба сильные. Один, я насколько помню, понижает нам атаку, а другой понижает защиту. И мы с тобой как эти беззащитные будем здесь. Так, слушай-ка, нам давай просто ударим. Да, не пробить нам его, этого душителя. А Барсик уже все, ребят, практически. О, тут еще и усиленная атака была, прикинь. Ну что же, хотя бы минус один, плюс мы с тобой делаем снотворное. Разбирать, наверное, нам надо будет крылатый ужас в первую очередь, скорее всего. Сейчас мы постараемся. Так, тихо, 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 не дергайся. Блин, замедлил, а. Ладно, может быть, успеем все-таки бомбануть, пока этот спит. Он уже проснулся, все, да? Очнулся. Да. Ох ты, это нам повезло, ребят. Нам повезло, что он промахнулся. Ох, суператака, что ли, сейчас будет какая-то? Точно. И... трындец, я тебе скажу. Просто на микронах выжили. Ты посмотри, сколько у нас здоровья. Слушай, это наш шанс. Его нельзя потерять. Так, бомбим. У нас с тобой сейчас еще будет слепота. Мы повесить успеем, да? Главное, на ничью, чтобы он не вышел. А он постарается это сделать. Да ну, хорош, 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 парень. Как бы не так. Бьем. Еще раз бьем. Ну все, ему крышка. Иди отсюда. Ну а мы двигаемся дальше. Так, а здесь два синих плюс фиол. Так, начинает Хофер, да? Ну. Блин, вот я заметил, кто первым получает у нас урон, да, того он сразу начинает брать на раскрутку. Блин, не хотелось бы мне, конечно, потерять, но, по ходу дела, придется. Нет, выжил еще. Сейчас кто? Сейчас они ходят, да? Раз, два. Так, это спасение. Ты куда бьешь? Трындец. Уничтожили все-таки, да? Сейчас будем... Я хотел вообще-то сон сделать им. Успеваем, да? Погнали. Так, нам нужно было с тобой подбить одного дракона для того, чтобы получить пак вождя. То есть у нас было 9 побежденных, нам нужно было 10. Что ты делаешь? Что это там такое? Ага, он еще и отхиливается. Еще отхилялся, плюс поставил на себя защиту. Офигенно. Так, а этот пока спит, и слава богу. Очнулся. Очнулся и сразу в бой. Зашибись. Ладно. Мы тогда еще раз сделаем сон. Так, этого в минус. Ну что, теперь твоя очередь, парнишка. Мы его просто не будем сейчас выпускать. Да? Дальше. Так, и ударчик. Ну он что-то сделает, конечно. Один удар. И мы его добиваем. Все, ребят, пойдем забирать пак. Ну вот и он. Так, смотрим, что нам здесь выпадет. Громоль, Костолом, Вострозуб. Ага, Барс и Вепрь. Отлично. Так, пойдем еще за одним паком сбегаем с тобой. Тут по-быренькому, я думаю. Так, опять соляночка нам выпадает. Ну что же. Так, ну тут, понятное дело, надо брать сразу же
тройной удар в оборот. Чтобы он тут не выпендривался особо сильно. Ну что ты, что ты? Блин, я манал, как он жарит, а? Какой уровень? 15-й. Че, потеряли барсика, что ли, получается, мы уже, да? Не успев начать играть, уже его потеряли. Зашибись. Так и получается, ребят. Теперь здесь понизили защиту. Естественно, укус. Мы с тобой будем усыплять их. Так, этого разберем, я думаю, да? Сразу же. Вот этого не хотелось бы будить. Но, видимо, придется. Или как нам сделать-то лучше? Да. Так. Теперь кусаем. Он сейчас суперудар сделает. Воу-воу-воу-воу. Тихо. В плане, подожди, я не... Я не понял, с какого перепуга он делает два хода сразу же. Какого фига он, ребята, два раза сходил за... Да. Молодцы. Что я могу сказать еще по этому поводу? Давай уничтожай его. Суператака какой-нибудь. Это уже специально они тут разыграли тогда. А этот сейчас бомбанет своей суператакой по мне. Ага, нет, не стал. Ну, я не знаю, ребята, мне кажется, я здесь не смогу выиграть. Во-первых, у него 16 уровень, это раз. Во-вторых, у него защита стоит. Ну что я тут его буду кусать по миллиметру? Это не получится, мне кажется, его победить здесь. А-а. Не получается, к сожалению. Ладно, ребята, двух дракончиков, по крайней мере, мы прихватили с собой. Да ладно, три фиолетовых. Вы серьезно? Три фиолетовых плюс 15 уровни, все абсолютно. Ну, о чем тут говорить? Конечно, они меня сейчас тут разнесут. Так, фиолетовые получают хороший урон от зеленых. То есть это мне нужно сейчас, знаешь, что сделать? Снотворные, спать их всех отправить. Да я бы не сказал, что прям такой супер мощный удар по ним. Потому что у нас 11 уровень, друзья мои. 11 уровень, чего вы хотите? Блин, ну вот как. Ну давай сюда ударим. Естественно, этот сразу просыпается. А, что, где, когда, что происходит? Ага, надо бомбить. И летит сразу на атаку. Так, сейчас мы с тобой опять сделаем сон. Блин, я не могу его прокачать, ребята, в титаны. Ты видишь, да, что там происходит? Никак не получается. Сколько уже попыток сделали и все время мимо. Что ветрокрыл, да, что этот костолом, они сопротивляются, не хотят, не знаю почему. Так, здесь солянка, только уровень, конечно, 16-й, 16-й, здесь 15-й. Эх, громорок, чтоб тебе. Ну, начинается, короче. Он еще и усилился, молодец, вообще красавчик. Осталось только тебя еще тут вызвать, чтобы ты пробафал всех, да? На усиление, на защиту и все. Докопался, просто не могу, бесит аж. Ну, что ты сейчас будешь делать? О-о-о-о-о-о. О чем тут можно говорить? Мы по уровню... Я вообще удивлен, как мы с тобой на арене играем. Как мы вообще тут выигрываем. Уровни драконов просто уже запредельные. 16-й, 17-й уровни. И мы с ними боремся здесь. Так, ладно, я думаю, что громобоя мы с тобой возьмем все-таки в слепоту. Лишь бы дожить до этого момента. Так, атака. Отлично, ребята. Все, он уничтожает своего же. А мы с тобой уничтожаем его. То есть попался, да, как говорится, в нашей сети. Хорош там буянить. На тебе. Так, слепоту обязательно. Не забываем про это дело. Сейчас будет, наверное, делать... Нет. Смотри, у него полностью шкала заполнена энергией. И он
никакого суперудара не делает. Почему, спрашивается, да? По идее должен, но он не делает. Тогда мы его добиваем. Все, ребята, двигаемся дальше. Блин, Склотриас, Змеевик. И уровни, ё-моё. Но тут я даже не знаю, ребят. Тут и этого надо валить, и этого, и тот тоже хорош. Без понятия, как тут быть. Смотри, что сейчас будут. Они сейчас втроем сходят и, наверное, уничтожат мне, да? Ветрокрыло, скорее всего, так и будет. Скорее всего, так и будет. Ага, он усиленную атаку имеет. Давай возьмем так. Пускай бомбит там кого-нибудь. Блин. Ну давай вот так вот сделаем. Крышка, да? Понятно. Этот кого сейчас будет брать? Так, понял. Уничтожаем здесь. Кусаем тут. Уничтожь своего кореша, а? Суператакой какой-нибудь. Так, теперь он, наверное, наш будет. Да, ребята. Все. Ты видел, как он под усиленной атакой бомбит? Вот такого удара, наверное, было бы достаточно, чтобы завалить моего барсика. Но, слава богу, он был ослеплен желанием, так сказать, ненависти, да, и злобы. Ну все, 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 парень, хорош. Сдайся и отдай уже свой пак вожде. Ну вот, друзья мои, победушка за нами. Ну вот он, дорогой. Давай, показывай. Ужасное чудовище, Костолом, Громобой, Водорез, Прихвостень и опять же Барс и Вепрь. Да, ребята. Ну что, заберем здесь с тобой остатки роскоши. 50 цветочков Фреи. А здесь... еще 70. Нормуль. И пока получается все, да? Так, водорез у нас на прокачке стоит. Да. Все по делам, как говорится, улетели. Так, давайте-ка собирайте ресурсы. Не прохлаждайтесь. Сидят они просто так, без дела главное. Совсем, смотрю, расслабились. Давай, давай, давай. И ты тоже ползи. Всех сейчас, ребята, как говорится, запущу, чтобы они тут шуршали, летали. Не дает противникам уклоняться. Так, ты тоже, наверное, лети. Такой страшный, да, этот дракон. А эти тут, смотри-ка, халявщики сидят. Ха, притулились. Ну что, вроде бы как всех отправил. Все летают, шуршат. Все занимаются, как говорится, делом. Так, и ты тоже лети. Подожди-ка, тогда вот так. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!